В Титановой долине ищут нарушения. Бюджетными миллиардами, зарытыми в землю под Верхней Салдой, заинтересовалась прокуратура. Вслед за счетной палатой области надзорное ведомство сейчас разбирается, на что же были потрачены деньги, выделенные из Свердловской казны на строительство особой экономической зоны. Напомню, проверка счетной палаты показала, что в течение 3 лет деньги областной казны лились в Титановую долину рекой. Одни только акции сомнительного проекта обошлись региону в 1 миллиард 640 миллионов рублей. Но выгодным это приобретение назвать нельзя. Особой прибыли особая экономическая зона не приносит. Наоборот, обременяет и без того дефицитный бюджет. В частности, в 2012 году убыток этой деятельности составил 35 миллионов. При этом зарплата сотрудников, как выяснила счетная палата, постоянно росла. Топ-менеджеры долины, к примеру, получали по 150 тысяч рублей, руководители среднего звена от 90 тысяч. Вскрылось и то, что МУГИСО вообще не следило, куда идут инвестиции. На днях всех ответственных за долину заслушают областные депутаты. А в начале марта свои выводы сделает областная прокуратура. Будут истребованы необходимые документы, они будут изучены, соответственно, будут получены объяснения от тех должностных лиц, которые уполномочены их давать. По результатам проверки, если будут выявлены нарушения требований закона, будут приняты полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленные как на устранение нарушений закона, так и при необходимости на дачу уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц.